Здравствуйте! Вас приветствует канал SPV Comp, и сегодня я покажу, как настроить эмулятор RPC X3 для того, чтобы поиграть в игру Sly Cooper «Прыжок во времени». Потрясающая игра, таких мало. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Подойдет и последняя прошитая сборка, и хак-сборка 102.32. Я на ней и настраивал. Себе уже скачал, разархивировал и настроил. Я покажу как. Геймпад. Играю на клавиатуре, поэтому выбирается кейборд. Сначала мышкой кликаю кнопку вверх, теперь на клавиатуре нажимается та клавиша, что станет вверх. Так по аналогии под себя все настраивают геймпад. Те, кто играет при помощи настоящего джойстика, также могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить. Ссылка будет в описании. Также в описании будет ссылка о том, как подключить мышку. И с ее помощью играть тоже в шутеры от первого лица. Также есть видео о том, как взламывать игры и накручивать различные ресурсы. Все будет под видео. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните Save. Правая кнопка мыши по игре Change Custom Configuration. Здесь я ничего не менял. Игра на самом деле так быстро работает, что в нее невозможно даже играть. Вот, допустим, на таких настройках. Я не рекомендую здесь ставить выше разрешение, потому что появляется, как ни странно, лесенка. Дойдем до конца. Здесь я поставил себе 300, здесь 200. Сейчас сами увидите, что играть невозможно будет. Скорости заоблачные. Поэтому не всегда 60 и больше FPS это хорошо. Здесь залоченной должно быть 30. Вот три обезьянки, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Вот уже понятно, FPS какой. Вот сейчас я буду перемещаться. Слишком быстро, вообще невозможно играть с таким FPS. На весь экран сделаем. То же самое. Поэтому такие настройки нам не подойдут. Здесь все по умолчанию ставим. А здесь ставим авто. Вот, теперь стало 60, и он комфортно двигается, наш герой. Не как бешеный. Теперь можно играть. Точно. Еще один из моих талантов. Прекрасно. Очень удобно выглядывать из-за углов. Для взаимодействия со скрящимися объектами нажми кнопку круг в прыжке. Я помню. Избегай вертолетов, Слай. Если тебя увидят, нам конец.
Думаю, что справлюсь. Эй, Бентли, а езда на крыше грузовика входила в план Мюррея? Конечно нет. По плану Мюррей должен идти через переулки. А что такое? Да так, он в любом случае уже на месте. Лучше оставайся наверху, Спайк. Не стоит рисковать и спускаться на улицу. Я понял, Бентли. Хороший вор предпочитает избегать внимания. Просто идеальная ночь для кражи. Я буду осторожен. Обещаю. Приятно вернуться к любимому делу. Охрана усиливается, Слай. Держись подальше от охранников и света. И лучше не бегай рядом с ними. Еще услышат твои шаги. Я буду осторожен. Обещаю. Приятно вернуться к любимому делу. Похоже, сегодня охрану зачем-то серьезно усилили. Ладно, на этот раз повезло. Говорил, что это проще простого. Что? А, кажется, я не в лучшей форме. Ты что-то сказал, Слай? Нет. Все отлично, Бентли. Что ж, похоже, тебе придется искать другой путь наверх. По этому карнизу ты выберешься на фасад музея. И поосторожнее там, с прожектором. Думаю, что справлюсь. Ничего себе тут охрана. Надеюсь, оно того стоит. Вы поняли, что от вас требуется? Это то, что мы так долго стремились. Чтобы покрыть, что мы ставили из Соединенных Штатов целости и Thank you.
Так, Бентли, я на месте. Дай знать, как отключишь систему охраны. Потерпи, Слай. Нельзя торопить гения. Ведь у меня в планах настоящий хакерский шедевр. Интересно. Последний раз я был в этих катакомбах чуть ли не в детстве. Мои бомбы запросто взорвут решетку. Установить их я смогу с помощью кнопки «Треугольник». Вот это взрыв! Черепахи быстрее всех! Прыгнуть не выйдет. Достану-ка я реактивный ранец. Если прыгнуть, а затем зажать кнопку крест прямо в славу технологии. Класс. Платформа заблокирована. Придется бросить туда бомбу. Если зажать кнопку L1, появится дальномер. Я смогу отрезать прямое попадание. Если упаду в эту грязищу, куплю новый панцирь. Подо мной. Нужно сообразить, как попасть туда. Мне понадобится взрывчатка. Вуаля! Отлично срезал. Прямо на волосок от гибели. Что с охранной системой, Бентли? Хорошо. Отлично. Я уже почти закончил. Ага. В следующий раз в канализацию идет слайм. Старина, нам надо достичь основного шлюза, пока коды безопасности не выдворили нас из системы. Левый джойстик позволяет управлять кораблем. Правый джойстик управляет битовой пушкой. Битовая пушка пробьет этот брандмауэр.
Видовая пушка в порядке. Чтобы взломать систему, придется двигаться и стрелять одновременно. Начинать стыковку! И кот разлетается в мелкую крошку! Так, Мюррей, твой черед! Мюррей всегда готов, Бентли! Ну, Мюррей, нужно привести тебя в форму. Разомни, выполни пару основных атак. Ловко квадрат, удар кулаком. О, да! А руки-то будто все помнят! Нажми кнопку треугольник, чтобы набраться силы, и сможешь провести бешеную крутящую атаку. Да! Розовым торнадо никому не сладить! Чтобы сделать громоплюх, прыгни и нажми кнопку треугольник, прыгни! О, громоплюх! Я скучал по тебе! Подходите, пупсики! Мюррей раздаст бесплатные щелбаны! И мне вас почти жалко. Я надеялся на наступление. Идите к погрузочному доку, выруби всю охрану. Тогда я смогу открыть.
развали. А ты откуда взялся, малявка? Думаю, просто удержу, не знаю. Вам нужно было Система безопасности отключена. Твой черед. Чудно. Я пошел. Что за... Ты же не думал, что я это так и оставлю, а, Полоскун? Хе-хей! Кармелита! Не ожидал тебя здесь встретить. Слай Купер. Никчемный лживый вор! Я тебя насовсем упеку! Извини, но мне пора идти. Я позвоню. Купер! Добрый вечер, это Слай Купер. Я хотел бы заказать машину. Так, Слай, хватит мух ловить. Давай, спускайся. Мы уже в фургоне, ждем только тебя. Au revoir! Поехали! По местам, ребята! Вот так! Прямо как в концерт! Поберегись! Кажется, мой панцирь треснул! Осторожно, деревья! Куда ты поехал? Просто готовлюсь к бою! Отличная посадка. Эй, Бентли, не то чтобы я ныл, но, по-моему, наше дело труба. Спокойно, Слай. Просто положи кинжал в машину времени. Отлично. Изотопный распад откалиброван. Запускаю настройку процесса синтеза. Ну что, можешь газовать, Мюррей? Понял тебя, друг. Только не тормози, Мюррей. Что я могу сказать про Кармелиту? Вот такая потрясающая игра. Идеально эмулируется на полном фуллспиде. Всем рекомендую. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPV.com. Ставьте лайки и заходите на наш сайт spv.com.com. Я надеялся, что на меня у нее времени не хватит.